Прием заявок на конкурс «Гордость земли Иркутской» стартовал сегодня. На сайте земляиркутская.рф до 8 марта можно будет предложить кандидатуры, достойные участия. Главная идея конкурса – отметить жителей Приангарья, их труд, неравнодушие, активную жизненную позицию и вклад в развитие региона. Выдвинуть кандидата может любой житель области, рабочие коллективы и общественные организации. Пока планируется 6 номинаций. В каждой будет выбрано от 20 до 30 призеров.